Я слушаю, Георгий, давай, говори. Я тихо, что такое сделал? Я вот устроился на работу, я должен десятину приносить, да? Ну, на работу. Ну, что за работа? Я охранник, сторож. Ну, неплохо, неплохо. Оружие-то есть там? Нет, у меня 18 лет, я сторож. Ну ладно, там не будешь это делать, противозаконно это. Нет, просто сидишь, охраняешь и все. Ну понятно. И что за вопрос? Я же должен десятину приносить, а вот я вот звоню по делу. У меня нету таких хамов, где торговля. Я хотел у вас спросить, а можно как через вас, через братьев или сестер, отцу Иоакиму скидывать десятину? Ну, вот я с таким почему? Ты можешь на сестру Елену давать, и тут, может, это он книги-то берет, десятину, а потом раздает священникам. Деньгами-то они не так нуждаются. А когда он на десятину купит книги, которые мы выпускаем, они очень важные книги, и на эту сумму можно делать подарки священникам. Угу. А десятина это сколько получается? Ну, сколько десятая? Получается, в неделю 5000. Ну, десятая часть того, что заработал. Сколько? Какой у тебя оклад? Вообще я в неделю 2000-3000 получаю в неделю. Я хочу с каждой недели перечислять. Нет, не надо каждую неделю. Ты накопи, чтобы у тебя там было. Ты наоборот месяца в два раз. И скажи, что это от тебя. От тебя со мной говорили, что на это можно взять деньги, эти книги, и подарить священству. А мы дадим сигнал, сразу в другом месте даже это могут сделать. Потому что книги мы в разные города останавливаем. Это намного будет дороже, чем там взял деньги, он их пропукал. То есть я скинул вам, да? Не мне. Ты еще никогда не посылал, я сейчас скину. Елена Гладыщук, она да. У меня есть, да? Ну, есть у нее номер-то куда пересылать-то? Я сейчас напишу, Игнат Тихонович. Ну, ладно, я могу скинуть даже. Обязательно квитанцию покажи. Квитанцию, что ты заплатил, и сразу скинься и меня уведоми, чтобы мы были в курсе. Господь обильно благословляет тех, кто платит десятину. Это Малахия, 3 глава говорит. А я помню, да, читал. Ну и вот, вот так вот. Все? Да. А Игнат Тихонович, я трехтомник заказал. Ну хорошо. Так это трехтомник-то один-то посылать нам неудобно. Надо так, чтобы тебя если. Мне Иван Грибанов, брат Иван, он мне бесплатно послал. Так просто уведомляю. А какой Иван? Грибанов Иван. Иван. Ну, Иван. И кое-что я им подарил просто. Даром-то ничего, говорит, нету. Как смеются, говорит, только сыр в мешаловке. Угу. Я, когда уезжали они были, у меня эта возможность была. Сейчас у нас, по-новому издали к истинному православию, и уже груз загрузили в поезде, говорит. Это мы через неделю можем получить. И вот тогда, насколько вышлешь на нее, мы это почистим и можем прямо на тебя и выслать. А ты уже там найдешь настоящих священников и подаришь. Вот как можно. Хорошо, ладно. Вот так. У тебя, во-первых, совесть спокойная будет. А нам-то от этого в одном месте накопления-то нам тоже это невыгодно. Потому что мы готовим сейчас проповеди во свете Святой Библии. Огромный материал будет. Каждая книга будет 1300 страниц, 5 томов. Это вообще. Ну, пока вот так сейчас, которые еще только из видео не перешли в Word, люди берут, уже 13 человек позвонили. Я им по одному ролику скидываю, и они начинают печатать. Это мы тоже включим в книги. Работа огромная просто идет, огромная. Притом наши проповеди, они ниоткуда не списываются. И не так, что я буду говорить, это злодей, пускай он будет. Нет, для меня разницы нет, как отец Геннадий Павлович говорит. Святые это сказали, или на соборах, мне разницы нету. Не сходится с Библией. Притом Библия, вот которая у нас есть, синодальный период, лучший из всех переводов, какие были в мире. Запомни это, потому что сатана лютует. Вот какие-то находятся, разбирают, что они гроша ломаного не стоят. Наша Библия, самый лучший перевод за 2000 лет, поверь в это. А синодальный перевод, это в котором Иегова имя упоминается, да? Потому что да, их нет. 8 раз. Оно 8 раз там поминалось с самого начала, синодальное. А в богослужении нет. Но мы здесь произносим. Здесь у нас, когда 10, это 100 поклонная молитва, все время поминает имя Иеговы.
Это так должно быть. А что они там не сделали? Каждый отвечает за себя. Мы отвечаем тогда за людей, когда знали и не сказали. Вот за это отвечать придется. Угу. Так что... У меня еще последний вопрос. Вот. У меня вот я боюсь, что вот как-то вскрещение у меня не получится, потому что у меня вот сейчас сильные искушения начинаются. Не, я, у меня получится вскрещение, но я что-то как-то у меня какой-то страх. Ну, какой страх? Какой страх? Ну, у меня вот искушения какие-то начались. Я не говорю, что я не поеду, я приеду на крещение обязательно. На меня в храме начали восставать по поводу крещения. Да это ничего не значит, так и должно. Христа гнали, апостолов гнали, убивали. Наоборот, ты скажи, ты уже как апостол идешь, иначе сатана бы хвалил. Господь говорит, горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Вот тогда горе, а когда тебя трепет со всех сторон, себя лишнюю шелуху-то убирают. Ты бойцом делаешься, уже от юности учишься. Не бойся, ничего не отвечай и молись за них. А потом подаришь им книги еще. Представь, ты как, ты победишь сатану. Вот как буду делать-то. Так что давай, с Богом, отошел. С Богом.